доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку